О, рыбаки сегодня, 15 августа. Сергей Павлович с Володей. Считайте, раз, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Он еще один. 33. 33 богатыря. Ну что? Подожди, там он еще, видать, путал. Дальше, дальше. 34. Так, все. Вот я советую это перетащить сеть на этот край, одобрение. Вот этот отрожек перекрыть. Одобрение. Сколько у вас здесь было примерно в этой сети? В этой. Там было 25. Ну, 25, а что такое? 9 штук. Да, 9 штук. Нет, не годится. Давайте сюда. А тут я покажу, где ставить вам. А тут бы я бы тоже был. Вот Коля говорит, надо вдоль берега ставить. Ну так стоит, вот это-то стоит, ладно? И недалеко. Вдоль берега это ничего не будет. Они идут. Вдоль берега это. Они от берега кормятся, к берегу, от берега ходят. Ну это много надо. Надо весь берег. Тут надо максимально перекрывать. Бери это. Так, давай я подержу. Подожди-ка. Дай мне сюда. Вот так, потихонечку, давайте. Веревочку сюда наружу, чтобы не запутаться, если упадет. Вот как вы ее сможете перетащить? Я считаю, тут палку тут сзади опустить, а за эту тянуть. Упираться, все, ее не сматывать в сеть. У нее нет где передняя, задняя часть. Бог помощь. Вот дальше это основной со второго мостика. Прогон, откуда вода идет. Ну, тоже можно считать отрожек. Но это центральный. Тот, где мы там подводные работы делали, это там дальше, вот где кусты. Вот здесь вот. А здесь вот отрожек, который идет, шлюз называемый. Вот. И сегодня, наверное, вчера поставили на это напрямой. В 3 раза больше карасей попалось, чем среди озера. Поэтому я сказал, везите его. Сейчас привязали 2 бутылки на дальнюю палку, чтобы не утонула она. И вот они теперь гребут, тащат за собой сеть. Сейчас буду говорить им, где поставить, перегородить вот этот шлюз. И попробуем загонять шумовым эффектом. Ни разу еще так не делали. Ну, сегодня у нас 15 августа 2019 года, четверг. Второй день Успенского поста. Готовим на будущее рыбу. Вот видно, что сзади бутылки. А тут палка видно, даже маленько просматривается. Сейчас я им буду давать указания, как лучше тут мне сверху видать. Вода чуть не на метр убыла, прорвала. Вот сюда вот поставьте кол, только помните, с какой стороны у вас тот поворот будете делать, а там дальше до берега подотянете. А потом лодку вытащим и начнем шуметь, сюда гнать ее в обратном порядке. Ну, как тогда делали, когда невод был. То есть на невод сейчас не работаем. Вот дальше, видать, за ними бутылки. 2 бутылки, палку подержит, 2 полторашки. Вот где я нахожусь, здесь, чтобы перекрыть. Вот желтые цветы и цикорий. На угол, вот сюда поставьте. Маленько от берега так, ну, 2 метра.
А сколько не будет хватать, потом подтянете. Надо перекрыть вот этот вот. И тогда с двух сторон будем шуметь, один в лодке будет плыть, и с двух сторон хлопать веточкой. Давайте сюда. Вам видно, где я стою? Пролетело 13 журавлей над нами. Или аисты. Не знаю даже. Вот сюда вот. Вообще-то замечательно. Поближе, вот сюда вот. Вот. Вот я рукой показываю, где. Вот сюда поставьте. Вот сюда поставьте. Ну, хотите туда, туда. По-моему, надо бы здесь поставить. А тот тогда развернете, вернетесь и протащите. Или как хотите. Протащи туда. Ну, давай тащи туда. Прям напротив туда вот. Я скажу, левее бери, левее. Тихо, тихо. Поверни, поверни левее. Вот так вот. Тащи. Прямо теперь. За кусты не зацепитесь. Давайте так. Приходится менять тактики. Им так выгоднее. Вот она, палка длинная очень. Длинная, метра 4. Вот она за ней тянется, тянется. А там другая палка. И на ней. Что-то я не могу ее найти. Это вот здесь вот она. И две бутылки. И дальше сеть закончилась. Вперед прогребайте, прогребайте вперед. Ближе к берегу. Прямо, прямо так. Еще маленькое можете взять левее, левее, левее. Забыли, где лево. Так, подтягивайте ближе туда. И тогда палку ставьте там. Ну, чтобы хотя бы глубина метр была. Давайте еще, я вижу здесь. Вот, теперь подтащите палку туда, сеть ставьте. Примерно там, где половина лодки. Ставь. Вот так. Хорошо, воткните и сразу сюда плывите. Тут рыба играет, но не поймешь. Может, мальки гальяне. Всплески идут. Проплыла андатра. Ну, сегодня тут я не видел этого бобров. Они хитрые, они ночью работают. Здесь тоже была вода те годы, но маленько, чуть-чуть. А чтобы вот столько никогда не было за всю историю Потеряевки. Так мы еще на метр поднять можем. Тогда уже караси будут больше, до 1,5 килограмма. Живут караси 10-15 лет. Кажется, 34 сантиметра длиной могут быть. Определенные существуют, даже не акула. Перекрывай, ставь. Втыкай вертикально. Без наклона. А потом сюда подъезжайте и разворачивайте вот эту бутылку. Что-то долго ставить не могут. Перемещать надо, где она, сеть-то. Развязывать. И ниже. А ниже-то я зарубки там не сделал, ниже-то. Мы не ожидали такую мелочь. Делали,
мелкоту, мелкая. Дотащили сюда сеть. Ну там, правда, твердое дно. Прямо они никак не могли сделать по-другому. Она упала, даже палка. Дотащили до этого. Здесь воткнули. Все. И пошли на этот берег. Прямо к шлюзу. Один раз попробуем загоном взять. Вот сейчас посмотрим, как у нас получится. Там у нас машина. Теперь мы в обратном направлении. Мы когда-то, ну, все время невод тянули в этом направлении, куда вы идете. А сейчас в обратном направлении. Всех гальянов выгоним оттуда. И поэтому тут неводом тут делать дня три нечего. Так, кто садится в лодку? Решайте. Володя, садись ты в лодку. Ты попроворнее нас. А ты, Сергей, с той стороны будешь идти и хлюпать вплотную по берегу. Длинные у меня есть тут прутья. А ты помаленьку угребешься вперед. Налево-направо побьешь. Коротенькая, но она намного короче. А я по этому берегу прямо напротив идти вместе. Ни вперед, ни назад. До уровня лодки. Вот мы всегда тащили невод. И сколько? Ну, на метр опустилась вода. На метр поднимем. И считаю, с запасом надо весной сделать. На усушку. Жаркий год. И как раз она к осени встанет. Верхней доске, не доске, а ну, верхнему уровню воды, то есть к сливу. Вот сейчас здесь ее опустите, где мы невод вытаскиваем, и тот человек подплывет прямо туда, к этому, к спуску, и одновременно оттуда погоним рыбу. Рыбу. А зачем рыбу? Ну, сейчас преображение будет. В город посылаем подарки, мы же не торгуем. Так. Так, минутку пока не отпускайте. Сейчас мы веточки дадим, две ветки или одна. Вот эти две нам. А вот это одна тому, кто там сидит в лодке. Вот. Все. Подплывай вплотную к этому. И все. Володя свободен. Иди, Сергей, сюда. Садись в лодку. А я чем? Этим веслами? Да, ты будешь бить в лодке. Веслами или чем? А? Бить-то чем буду? Веслами или... Вот. Вот это, да? Ага. Так, Сергей, иди сюда. Сейчас подплывай к шлюзу сюда. Бери один прут. Один мне дай. Тебе бери самый тяжелый, а мне полегче маленький. Я левой рукой буду бить. Давай. Все, и заходи на ту сторону. Как только Володя подплывет туда, подплывай оттуда, выгоняй. Ну, дорога все объяснила, опять по новой. Вот как выглядит наш шлюз. От воды до стока, Сережа, ты не мог бы палочкой померить? Сколько? До стока, до нижней доски. Еще как нарочно, еще говоришь... Вот так. До воды опусти. И замерь там, где. Вот. Ну зачем дальше? До воды, а ты в воду опускаешь. Ох, и пониже еще маленько, пониже. Все. Так, теперь с четвертью замерь, сколько это будет. Раз. Два. Еще три. Как же так? Мне казалось больше. Или ты замерил не очень точно. Давай, плыви. Развернешься там, начнешь хлопать. Мы дожите, Сергей, слушай внимательно. Прямо напротив Володи.
А он упрется, маленько ее вперед пустит лодку-то, а потом начнет бить полево, направо. Так, вплотную там начинает туда. Давай, Сергей. Вон с той стороны, гони. От самого-самого конца, самого. Володя, оттуда. Все. Это я левый иду. Володя, выплывай. А то там гвозди, ты напоришься. Оттолкнись. Лодке дай течение. Все, и начинай колотить. Налево-направо. Впереди себя не надо. И так понятно. Да можешь и стукнуть, все. Посмотрим, что будет. Поставили вот сеть. Хотим рыбу туда загнать. О, Володя как сделал. Он одной рукой угребается, а другой колотит. Я об этом не думал. А вот здесь мы линолеум кладем. По линолеуму рыбка вылазит. Сережа, не отступайся, не отступайся. Прямо иди по краешку. Только не оборвись. Ну, тут понятно, что там Сергей Павлович. Здесь Владимир Александрович. Ну и я. Вот дальше продолжаем как бить. Володя плывет. Там Сергей Павлович. Тут широко. Ясное дело, что мы не сможем ее тут напугать. Тут надо толовые шашки бросать. Не знаешь даже, где пройти. Тут бобры проели. Обвалили корова. Не зайдешь. Мне надо хлопать. А тут под ногами вон какие ровно. Да. Вот сейчас к Сергею плыви. До сетки доплыви сначала. Потом Сергея Павловича забираете и сразу сетку проверяете и уходим домой. Уезжаем. Вот она где у нас стоит. А там лежит. Не выдержал. Дно тугое. Ну и все, разворачивай к Сергею, плыви. Только эти прутья сохраните, мне отдайте. Ты на сеть не натолкнись только. Вот что делаю. Как интересно в деревне. Это не то, что в магазин подошел, тебе там дали рыбу второй свежести. Как у Воланда, говорит, нет второй свежести, только первой. Все, веточки как-то приспособьте, чтобы не потерять. Ветки сохраните, бери и начинайте проверять. Как обычно, все, проверяйте. От рыбы-то как бы лодка не затонула. Попробуй воткнуть ее, вешку эту. Володя Пащенко там. А дальше кусты, там не подойдешь. Тут все залило. Это все было наружу. Вот где кусты, макушки, это все было на берегу. Ну хоть одна-то поди попалась.
Есть одна карась. Один есть. Уже оправдано все. Слава тебе, Господи. Один зашел карасик. Я все деваюсь на большие стрекозы. Здесь синие, желтые, черные. Смотри, не повали эту вешку. Она видно, что качается. Мы предполагаем, что она боится плеска нашего, а ей поди нужды нету. Вы как-то сюда поверните, чтобы нам видно было. Наши клиенты и зрители желают видеть, как вы там рыбу вытаскиваете. Все, плавает та ветка, надо ее закрепить. А как? А закрепить как? Ее привязать за берег, если она не втыкается. Никак. Хотел стрекозу показать. Не втыкается, потому что там был берег. Вода-то залила. Сажи-то никакой нету. Ну, и стребок летит. А ласточки сопровождают его. Вы можете отсюда начать. Я у вас прутья заберу, и вам будет легче. Тогда вы отсюда лицом сюда будете. Спиной, так еще мы увидим. Подплывите сюда. На берег прутья сбросьте. И лицом сюда вот так, как идете, так и берите рыбу, если она есть. О, отбрасывай прутья. Вот так, второе. Все, свободно. Сейчас начинайте брать так, чтобы лицом сюда повернитесь. На козырек поверни, Володя. Вот так вот. Чтобы видно было, как вы ее выбираете. А если нет, значит, ну все, так и нет, покажем. Эта рыба нас не испугалась. Она тут есть. Отсюда начинайте.
с этого конца выбирать. Там место слабое. Мы оттуда лучше, оттуда. Да берите оттуда, я не против. Убрать. Показать вот. Это наша дамба. Это вот забивали сваи. Два этажа. Первый еще до залива. Надо сейчас песок. И как раз началась уборочная. Все машины заняты. Ничего нету. А может и есть. Значит, хлопушка наша не действует. Хлопушка именно. А рыба, куда она будет убегать? Что там синее попало? Лягушка? Выбирают. Что там? А, синенький, это мешочки он привязывал приманку к сетям. Я говорю, к сетям не привязывает, она заходит сама. Нет, просил, ну сделали, ничего не помогло. Эти мешочки можно забрать, это ничего не дает. Они вам только сеть путают. Приманка эта не действует. Так, и загон наш не сработал. Все, больше делать этого не будем. Надо сеть ставить и уходить. Ну, все-таки один-то попался. А карась, поди с обратной стороны, теперь хохочет над нами. Скажет, на, как тебя, выкуси. О! Еще один попался. Ну, хорошее дело. Два рыбака там сидят. По одной рыбке им. Старайтесь рыбкам больно не сделать. Некоторые говорят там. Смотрят так. Смешно даже.
морской трал захватывает. Речь идет о сотнях. Эти ж какой-то косяк рыб нашли, посчитали. 2 миллиарда. Самое большое, не знаю, селедка или что-то. Вот теперь надо как-то натянуть, чтобы она натянута была. А если так, у вас сеть, она может лежать на земле там и все. Оставить надо здесь, не трогать, все. До завтра. Сюда подойдут только пастухи. Все, вылазьте и уходим. Пора на работу. Две. Постой-ка, я тебе сейчас это дам. Вот это вот, вот, держи. Давай, бери, держи. Вот так. Володю вытащи оттуда. Это вам по карасику. Да если три, то и на мой счет один есть. Больше, больше. Еще два? Штук пять. Так семь. Это... Семь. Хорошая число. Семь? Да. Ничего себе. А я-то думал только два. Давайте на берег, вытаскивайте дальше. Ну все, весло забирай и лодку тащить. Эти унесете? Это оставить пока здесь. Здесь? Ну, неси далеко туда, потом. Вот так, в одном месте лежат. Поехали. Волоком не тащить, чтобы не порвать. Тут бывает и проволока дорогой. Стояли где-то столбы, арматура торчит из земли прямо. Лодка – это ценная вещь. Ну и все. На этом мы уходим. Вот машина там впереди. Сережина. Вот здесь промыв такой, по нему идут. Здесь всегда было крещение. До восстановления Потеряевки. Потому что нигде воды не было, а тут вода была какое-то время. А потом все прорвало. И я опускаю в середину и поднимаюсь. Бери то ведро с рыбой. Карасики. 40 штук. Так, с куста. Ну и все. Бутылочки вынимай. Эти веревочки вам не нужны, а то они пропадут. К нему туда положи, они могут высохнуть. Надо здесь не бросать, Володя. Не бросать никуда. Корова ногами затащит, и будет неприятность. А, помыть решил. Ну вот тюки заматывают, там тоже какая-то веревочка. Ну и связалась, она упала, поднять не может. Подняться. Хозяину позвонили, с ножом приехал, разрезал. Понятно. Так, это все надо туда налить. Туда налить, прямо там прошоркать и опрокинуть. А что ты не полное ведро-то принес? Сейчас бы хватило днище обмыть. Подушку вторую надо тоже ополоснуть.
Загонять не годится, хлопанья никакое. Надо такое, чтобы рвало воду. Вода как бы выталкивала ее. А что тут рыба есть? Тут мы уже ловили, всяких знаем. Все, поднимаю. Ну, Потеряевку видать. Храм видно. Это я приблизил максимально. Там железная дорога. Составы бегут. По прямой деревне таки километра два. Интересно, как которые делали. Деньги-то тоже охота где-то заработать. И нарисовали, что железная дорога с этой стороны деревни по деревне идет. А теперь земля, которая до железной дороги, оказалась на той стороне. Ни продать, ни купить. Дайте нам 100 тысяч, потом 150, а сейчас уже 1,5 миллиона, что ли, просят. Аппетит приходит во время еды. Сегодня у нас 15 августа. Уточки взлетели. Вон. Это у нас первый мостик. Мы здесь перекрыли, там вот у нас шлюзе, и у нас шлюз есть между первым и вторым мостиком. Здесь вода вообще перестала бежать. Камни тут кругом. Вон брат Сергей Попков с Игнатьевым на машине едут. Вот это мы едем со второго мостика. Рыбу ловили. Здесь вот. Да еще жара такая стоит уже больше месяца. И сейчас почему тут вода не прибывает даже. Тихонечко, тихонечко подкрадывается. Тут у нас сваи установлены. За счет свай держится камень. Здесь вот сейчас покажу. Вот они, сваи, забитые туда. Обтянуты проволокой. Вон проволоку видно. И за счет этого держатся каменюги эти все. Ну а сейчас они тут прорастут, да, укрепятся. И все, уже даже если сваи в дальнейшем сгниют, оно уже камни никуда не денутся. Здесь вот написано «дно каменистое». То есть человек, который не знает эту дорогу, мог спокойно проехать. Но это когда вода здесь. Так-то тут видно, когда воды нет. Ну все, так вот. Слава Богу за все.